Если вы хотите посмотреть ролик самого честного GTA Samp ютубера, то досматривайте данное видео до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Если мало ли кто-то из вас не знает, то это такой, знаете ли, ремастер, это перезапуск, перезапись и, возможно, все прочее другого ролика с канала была запикана даже святая святых Arizona RP. Но в данном ролике она запикана не будет. Я вам прям вот тут вот скажу, что Arizona RP это один из самых лучших, если не самый лучший проект в GTA Samp. То есть лучше еще нужно поискать. У них есть Arizona Mobile и там и Arizona RP Phoenix. А больше нам, в общем-то, ничего и не надо. Поэтому по опишнику в описании заходите, вводите мой никнейм в поле пригласившего вас игрока и, в общем-то, наслаждайтесь всем этим далее. Но сейчас вот я бы хотел рассказать немного про разнообразные вещи, которыми я вообще пользуюсь при создании своих видеороликов. Меня вообще часто упрекают в том, что я могу сказать что-то лишнее, а что-то лишнее прирекламить, назвать какой-нибудь там, я не знаю, GTA Samp сервер, допустим, вот. И, то есть, многие считают это за какую-то рекламу, или за скрытую рекламу, или там, знаете, за product placement. Возможно, немногие считают, возможно, вообще никто так не считает. Тем не менее, дабы в данном видеоролике все было максимально прозрачно, я вам обо всем этом и расскажу. Итак, начнем с самого простого. Для того, чтобы записывать свой голос, я пользуюсь микрофоном с... замечательный микрофон, который я всем вам могу порекомендовать. Компьютер у меня на базе процессора. К сожалению, сейчас у меня, так знаете, нету видеокарты, потому что я считаю, что моего процессора... его вполне, знаете ли, хватает для абсолютно точно всех задач, которые мне нужны. И там, и видеомонтаж, и, допустим, я не знаю, стриминговые сервисы, вот эти вот все. Мне для всего этого хватает одного моего процессора. Я не вижу, знаете ли, какого-то смысла докупать, допустим, процессоры компании или видеокарты компании, я не знаю, и все-все-все прочее, потому что, ну а какой вообще в этом смысл? Ну вот вы сами подумайте, какой в этом смысл. Вообще, за все вот эти вот, знаете, периоды моего GTA Samp ютубинга, GTA Samp блогинга и всего-всего прочего, я перепробовал большое количество проектов, в числе которых были Roleplay, а вот, кстати, недавно мне еще предлагали РП прорекламить, но я, кстати, отказался от всего этого, потому что, ну, проект Arizona RP, он будет намного лучше, чем там, знаете, какой-нибудь, я не знаю, допустим, Roleplay, или, хотя, возможно, не получше, чем, опять же, проект РП. Ну вот, совсем недавно, как раз-таки, хотел бы вам сказать о том, что мне вот предлагал сотрудничество проект РП в компьютерной видеоигре. И вы знаете, в чем вообще все вот эти вот вещи, о которых я вам сейчас рассказываю? Дело еще в том, что у меня же есть, допустим, монитор. Монитор компании... То есть мне очень нравится 60 Гц, TN матрица. И также вот, допустим, вы можете спросить, а вот у тебя есть микрофон, да? New Pro. А в какой программе, допустим, ты записываешь свой голос для того, чтобы он выходил максимально крутым, максимально классным и максимально контрастным? А я вам и отвечу, я записываю все это в программе... и все прочее. До этого я юзал там, знаете, просто... это полное говно, поэтому я это как бы никому не советую. И вообще, ну, полнейшее говно. Часто меня спрашивают, на каких проектах, помимо Arizona Mobile, на телефоне я играю. Вы знаете, есть много, допустим, GTA самповских проектов, таких как, там, я не знаю, от Roleplay RP, или там, я не знаю, допустим, с Roleplay. То есть, ну, их много, перечислять их долго. Есть, допустим, КРМП проекты, там, РП... и все прочее, но они меня тоже особо сильно не цепляют, поэтому я привык, знаете ли, останавливаться на чем-то на нашем, на русском, на отечественном, на СНГшном. Именно поэтому я играю на Arizona RP и вам, соответственно, советую. А также, знаете ли, в чем еще дело? Я вот монтирую свои видеошедевры в такой программе, как Pro. Я вообще ее всем рекомендую, она отличная, она непревзойденная, да и вообще она прям, ну вот, мне лично очень нравится, там можно много всего сделать, это будет намного получше, чем какая-нибудь там, я не знаю, возможно, еще какая-то программа, ну потому что... это вообще, это для дебилов конченых, это для каких-то ДЦП-додиков, ДЦП-аутистов и так далее. Я, конечно, знаю, что в ней монтирует большое количество GTA Samp ютуберов, но давайте хотя бы за это мы их ущемлять не будем. Как бы умственно отсталым же тоже нужно вот в какой-то программе монтировать. Поэтому мы имен называть не будем и всего прочего мы также делать не будем. Просто скажем, что вот есть отдельная каста GTA Samp ютуберов, монтирующих вот как раз-таки в этой программе под названием... Pro. А есть и другая каста людей, которые монтируют, допустим,
сказал, то, разумеется, среди GTA сам ютуберов таких нету. Также меня часто спрашивают, какую библиотеку плагинов для создания своих видеороликов я использую. А я использую такую библиотеку плагинов под названием... Да, разумеется, она одна. Раньше я пользовался, допустим, тоже неплохой плагин, вполне такой, знаете ли, набор плагинов. Но в целом это мне тоже не особо, знаете ли, по душе понравилось, поэтому я оставился только... И все, и больше я ничем не пользуюсь, меня вот это вот полностью, знаете ли, устраивает. Поэтому как-то вот так все это как раз таки и получается. Также меня еще очень часто спрашивают, так как в последнее время выходит большое количество видеороликов по мобилке, по всему прочему, марку и модель моего телефона. Так вот, модель моего телефона... А марка, ну, в общем-то, какая вообще в этом во всем разница, если вы даже прошлое название компании не услышали. Хотя алды знают и вообще делают все прочее. Вы также можете, знаете ли, написать обо всем этом в комментариях по данным видеороликам, в каких программах вы там монтируете, в каких программах вы, допустим, смотрите мой YouTube канал и в каких программах вы делаете все прочие вещи. Я на это все посмотрю, я скажу, что да, вот вы монтируете в хороших программах, мне это все очень сильно нравится, или вы там монтируете в каком-то конченном говне по типу... Так вот, с вами был я, Данила, подписывайтесь на мой вступайте в мою группу, подписывайтесь также на мой, и вообще у меня есть, поэтому заходите туда, если вы хотите еще подобный видеоролик с рассказом о том, допустим, на каких серверах в 2020 году я рекомендую вам поиграть, то тоже можете писать все это в комментариях, я все это увижу, просмотрю, и вообще все будет круто, классно и замечательно. Всем спасибо за просмотр, всем пока.